Здравствуйте, сегодня у нас 16 мая. Это мой второй видеоотчет Давиду. Прошло 24 дня со дня начала сеансов. 4 дня назад у нас произошли изменения в хорошую сторону. Он начал контактировать с детьми. Два дня назад мы ходили развлекательный центр на батуты. Там тоже он встретил мальчика. Начали они играться, бегать вместе. Это для нас был шок просто. Есть видеозапись. Также ходили вчера, 15 мая, к дефектологу. Она посмотрела на мальчика. Дала задание какой-то игрушки. Типа пазлов, он их собрал, и она сказала, нормальный это, он нормальный ребенок, он как бы адекватно реагирует, идет на контакт. Это вообще нас порадовало. Большое спасибо Давиду за все, что он делает, за время, которое он уделяет нам. Большое спасибо ему за все, что он для нас делает. Изменения только в лучшую сторону у нас. Есть, конечно, развитие речи отстаем, пока не говорим. Надеюсь, в дальнейшем заговорим. Большое спасибо, Давид, за все, что он для нас делает. До свидания.